В этом видео я должен буду провести час в доме с призраком в игре Фасмофобия, не выходя из дома вообще. За этот час я, естественно, должен буду определить тип призрака. При этом у меня сейчас нет ни одной улики. С помощью специальных настроек сложности я выставил себе 0 улик, но и это еще не все. Также с помощью этих специальных настроек сложности я выставил себе 0 укрытий, и все остальные настройки стоят на кошмарном уровне сложности. И, о боже, это тоже еще не все. Каждые 15 минут я буду добавлять себе кое-какой челлендж, чтобы мне жизнь не казалась медом. И, в общем-то, естественно, я должен буду выполнить все вот эти вот задания. Ну, я думаю, часа мне хватит. Я с ума, наверное, сошел. Я не знаю, что я придумал, но если я это переживу, то, наверное, я буду собой гордиться. Потому что просто с ума сойти. Я сейчас не открываю дверь. Как только я открою дверь, я запущу таймер. Да, пока что я его не включил, он появится справа сверху. И еще кое-что, пока я вот перетаскиваю предметы, хочу сказать. Я поставил также с помощью специальных настроек себе 6 проклятых предметов. И до конца игры я их все должен буду использовать. И знаете, как бы среди этих всех проклятых предметов есть такой замечательный проклятый предмет, как карты Таро. Я до конца игры их не буду использовать. И если мне в конце выпадет та самая замечательная карта, шанс выпадения которой 1%, то я не знаю, что... Это будет просто с ума сойти. В общем, готовьте кофе, чай, я не знаю, кто кому что нужно. В общем, я надеюсь, что у меня получится. Так, все, я перетащил все предметы, которые мне нужны. Я думаю, 2 термометров мне хватит, 1 ЭМП. Эти брать смысла нет, потому что у меня 0 улик. Ультрафиолетового фонаря, тем не менее, все равно зачем-то перетащил. Возьму камеру, еще одну, на всякий случай, просто чтобы, может быть, призрачный огонек будет, может, сразу окажется то, что это мимик. Хотя это будет еще опаснее. Итак, сейчас я открываю дверь и, значит, захожу в дом. И, пожалуйста, не будь демон, который моментально меня убьет. Погнали, все, таймер запущен. Так, я сразу хочу взять благовоние. Я сразу выкину вот это. Закрываем дверь, потому что смысл. Все, зажигалка благовония есть. Если это демон, то как минимум сейчас он меня не убьет. Я хочу сразу включить свет, и вот что я хочу сказать. В этом видео я, наверное, много буду молчать, потому что я хочу сконцентрироваться. Ибо если в прошлом видео подобном, где я тоже час проводил, да, как видите, укрытий нету. О, кстати, косточка, найс. Ну, я фоткать не буду, зачем. В прошлом видео, кстати говоря, да, перескакиваю снова с тем на тему, об этом многие в комментариях писали, вот тут вот есть укрытие, в общем-то, я, тем не менее, его могу использовать, но в него достаточно сложно убежать, поэтому, а благовоние, как бы, рано или поздно у меня закончится, поэтому, пожалуйста, не будь каким-нибудь мороем, не будь каким-нибудь, ну, тае, ладно, тае, в принципе, не страшно, но вот если это будет какой-нибудь морой, какой-нибудь, я не знаю, ревенант, то я просто, наверное, сойду с ума. Я до сих пор не нашел, кстати, выключатель света, но надеюсь, что он здесь. Так, доска Ouija наша лежит тут, родная. Вот он, выключатель света. Фух, все, отлично. Пока что я не буду рисковать ничего делать. Я просто хочу, во-первых, найти спокойно комнату. Да, если в том видео я как бы рисковал, ну, чтобы интересно было и все такое, сейчас как бы, ну, вообще у меня нет желания абсолютно это все делать. Так, я сейчас вот что. Поскольку, в общем-то, я электричество включил, я думаю, я положу благовоние. Я надеюсь, что как бы все будет нормально. Ну-ка, дай попробую послушать, не знаю, с помощью направленного микрофона просто. В какой стороне призрак, хотя бы пример? По-моему, в той стороне, да? О боже, он на кухне, серьезно? Значит, что для меня сейчас... Так, здесь мы тоже это как... Это считалось укрытием, хотя это вот укрытие, даже когда оно есть, оно вообще небезопасное на самом-то деле. Так, где мое ЭМП? Боже мой, тут столько всего, мне надо это все теперь разобрать. Ладно, я возьму термометр тогда уж, раз на то пошло, и мне дайте, пожалуйста, ЭМП. ЭМП, ЭМП. Где мое ЭМП? Вроде бы пока что призрак тихий, меня это радует. Я что, ЭМП, блин, не взял? А, нет, взял, вот оно, фух. Так, ну погнали, посмотрим. Единственное место, где мне будет, в принципе, безопасно более-менее, это бегать вот тут. То есть вот через этот проход, вот так вот по кругу, вокруг вот этой стенки. Это единственное место, в котором мне будет безопасно. Я не буду сажать свой рассудок сейчас. Я вообще постараюсь максимально долго его держать, как бы нормально. Хотя у меня, конечно, я могу спокойно со свечкой это все сделать, но...
Тогда как я вычислю призрака, я не знаю. Типа, мне нужно все-таки влюб... Окей, подожди, он что-то кинул? А где это было? О, это было здесь? Хорошо, так. Он что-то где-то здесь кинул, судя по всему. Вот это вот, подожди. Не полтергейст ли? Потому что мне показалось, что он два сразу предмета кинул. Хотя, возможно, один просто об другой зацепился и все. А, у меня же термометр, что я не проверил-то сразу. Так, смотри, снова кидает. Окей. Угу. Бросок неплохой был. Может быть и полтергейст. Сейчас проверю на призрачный огонек. Ох, сойти с ума можно просто. Я не знаю, что я придумал. Просто шиза какая-то. Каждые 15 минут плюс еще и дополнительный челлендж будет. Так, призрачного огонька не видно. Значит, это не мимик. В принципе, меня это радует, потому что мимик был бы непредсказуемым достаточно. Потому что каждый раз новая охота, и типа я бы не знал просто, что делать. То он скопирует Диогена, то он скопирует там Ревенанта. Короче, да, от мимика было бы не пойми чего можно вообще ожидать. Так, ну ладно. Раз уж на то пошло, то... В общем-то, что? У меня рассудок, скорее всего, уже немножко обсадился. Скорее всего, он уже около, ну не знаю, может 95, может быть даже меньше. Я проверяю сейчас на миража. Это не мираж, как минимум, хорошо. Гост-эвенты пока что он тоже не делает. Фух, с ума сойти, я не знаю, это просто жесть. Так, окей. Зачем я благовоние взял, я не знаю. Ладно, я фонарик выкину, чё я как, не пойми кто. Так, я датчики движения, что мне нужно там стать свидетелем паранормального этого и зажечь благовоние возле призрака? Но пока что зажигать благовоние я возле него не буду, потому что зачем? Так, хорошо, я принесу заранее распятие туда. Зачем я ультрафиолетовый фонарь взял, не знаю. Так, ну ладно, мне нужно засечь. Так, ага, я засек. Нет, подожди, я не засек. Это был гост-эвент. Сейчас он просто потопал здесь рядом. Что? Так, окей, я засек звук с помощью направленного микрофона, хорошо. Я хочу немножко постоять, послушать. И, да, разложу-ка я кресты лучше здесь, распятие. Так, ну окей. Я вот сейчас стоял около минуты, ждал, и он ни разу не пошептал, ничего не сделал, поэтому, наверное, я заранее расставлю всякие штуки. И вообще, в принципе, нужно разложить как-нибудь предметы, чтобы удобно было. Хорошо, я хочу вот что. Я хочу, во-первых, положить вот здесь. Точнее, поставить вот здесь датчик движения. Здесь датчик движения и здесь датчик движения. Нет, вот здесь датчик движения, чтобы вдруг он с этой стороны пойдет ко мне. Чтобы проверить, ну там, не знаю, банши, не банши это. Так, хорошо. Есть такой призрак замечательный, как Андрю. Который, на самом деле, для меня является, ну, одним из таких самых нелюбимых. Потому что тест на него я не люблю проводить. Так, ладно, еще один датчик движения у меня есть. Его я поставлю, ну давай, знаешь куда? Давай вот сюда, чтобы знать, когда он вышел там из комнаты, не вышел, может быть поможет. Опа, выключил свет. Так, как минимум мы сейчас знаем то, что это не джин. Хорошо, но для начала, с вашего позволения, я сбегаю, включу свет, чтобы у меня рассудок меньше тратился. Так, давай. А то будет не очень хорошо, если рассудок в самом начале у меня обсядет конкретно. 7 минут прошло тем временем. Я же записываю, надеюсь, так. Да, записываю. Было бы очень, не очень, если бы я сейчас сыграл вдруг как-нибудь красиво. И потом бы казалось, что не записывал. Так, как минимум, это не джин. Хорошо. Угу. Призрак вполне себе такой скромный. Ханту любит часто выключать электричество. Так что если это... Если я еще такого замечу чего-нибудь, то можно будет думать в сторону Ханту. Но как бы там за минут 15 он может выключить электричество раза 3. То есть в том случае, ну как бы он, скажем так, заюзает вот эту свою обилку. Потому что Ханту и джин это единственные призраки, у которых хоть какие-то там прописанные взаимодействия с... этим, с электричеством. Так, подожди, он вышел из комнаты, причем вышел достаточно далеко. О, вернулся обратно в комнату. Сходил сейчас ко мне. Так, а ну-ка секундочку, мне бы ЭМП вообще-то взять. Так, опа-на, берем. Блин, я не знаю, мне уже страшно, хотя ничего сейчас не происходит такого. Я возьму вот что, зажигалку благовония. Так, ох, жесть. Я не знаю, что меня ждет. Так, я хочу здесь встать, все-таки лучше под светом прямо, потому что, да, в общем, все эти моменты для вас я вырежу, рутинные, как бы... Где я просто стою. Опа, пошептал. Хорошо. Сейчас с помощью этого шептания мы можем выяснить. Выключил электричество. Так, секундочку. Блять, а где мой фонарик? Блять, а где я вообще? А вот. Так, стоп. Это гост-эвент. Он меня вроде бы не тронул. Но сейчас мы можем выяснить, не Морой ли это. Потому что Морой проклинает. Даже если через направленный микрофон он что-то сказал. Так, вот сейчас как-то, блядь, уже не очень, честно говоря. Хер его знает. Так, тем временем почти 10 минут прошло. Окей. Но оно пришло ко мне прямо сюда. И сделало мне тут гост-эвент. Интересно. Классно. Так, у меня же есть вроде другой термометр, да? Я ведь два брал. Да. Один давай я здесь оставлю. Чтобы проверять, случаем не переместилось ли оно ко мне сюда прямо. Нет. Пока что не переместилось.
поместилось, хорошо. Так, ну два раза уже как минимум выключал электричество. И, кстати, мне бы фотокамеру поблизости иметь, потому что это может быть фантом. Так, ну вот то, чего мне больше всего не хочется, это чтобы это был ревенант. Вот это прям самое... Так, подожди-ка секундочку. Мне показалось или что-то щелкнуло только что? Как будто свет был включен. Нет, наверное, показалось. Так, а нет, оно там что-то швырнуло. Ох-ох-ох, боже мой, боже, с ума сойти, я не знаю, мне страшно. 10 минут. Уже очень скоро будет как бы первый челлендж. А он... Ну, я вам не буду, конечно, говорить, какой. Но он такой, не очень прикольный. Второй раз пошептал, хорошо. Если это морой, то у меня рассудок сейчас падает. Но я не думаю, что это мюллинг, потому что слабо он как-то шепчет. Я думаю, я вычеркну мюллинга. По поводу остальных даже не знаю пока что. Так, окейушки, он там швыряется. Ох, боже. Еще раз пошептал. Хотя, подожди, еще с вычеркиванием мюллинга. Но, как минимум, уже... Так, окей, он пошел в мою сторону сейчас. Интересно. Но АМП подо мной не запищало, может. Но банши крика я тоже не слышу, смотри. Причем первый гост-эвент, который вот сейчас он сделал, это был вообще не поющий гост ивент ни капли. То есть банши больше чаще делают поющие гост-ивенты, и они достаточно сильно обсаживают рассудок. Так, он постучал в окно, хорошо. Ох, боже. Так, еще раз пошептал. Ну, типа, я не знаю, я думаю, что это все-таки не банш. Я думаю, что это все-таки реально не банш. Потому что 4 уже или сколько раз он пошептал мне. Еще раз пошептал. Причем с неплохим таким перерывом. Может, мюллинг реально все-таки. Да, я думаю, я вычеркну банши. Мне вот сейчас интересно сходить. Ну вот сейчас я еще один шепот, может быть, услышу. Опять шепот. Так, окей, 8:20. Ну-ка, подожди. Походу, мюллинг. Но мюллинга можно и во время охоты вычислить. Так что, да, мне нужно, кстати, будет очень аккуратно. Так, что-то он там кинул, хорошо. Так, самое интересное будет, когда начнется первая охота. Это будет просто сумасшествие. Ну, хотя, не знаю насчет мюллинга, ну, может быть. Окей, просто помечу на всякий случай, мало ли, может быть, вдруг. Мне кажется также, что не морой, потому что морой бы обсадил мой рассудок так сильно, что я бы уже своим проклятием, что я бы уже бы началась охота, я думаю, 100%. Также я думаю, что не демон. Хотя, с другой стороны, вот сейчас что я хочу сделать? Ладно, погнали, я посмотрю, попробую. Хотя, зачем мне фонарик? Я возьму лучше камеру на всякий случай, если вдруг он там гост-эвент сделает. Я не буду спринтовать, мне некуда спешить. Я хочу просто взглянуть на распятие. Так, ага, а где второе я... А, вот оно. Окей, распятие пока что еще не использовано были ни разу. Так, я сфоткал. Это не фантом. И это второй, кстати, гост-эвент, в котором... Который Они может сделать вполне себе. Может быть, это и Они, хрен его знает. Так, это не фантом. То есть, в том плане, что если сейчас, точнее, я не так сформулировал мысль. Просто, ну, типа, блин, как бы в такой ситуации я даже не знаю. Да, если это Они, в общем, то он бы сейчас мой рассудок достаточно сильно обсадил. Итак, 15 минут прошло. Внимание, какой первый челлендж? Первый челлендж это... Мы заходим в параметры, заходим в аудио. И режим голосового чата не по нажатию ставим, а по голосу. Теперь призрак меня слышит постоянно. Вот такие дела. Порог чувствительности можно выставить. Я не знаю, что за чувствительность. Подавление шума, давай-ка я поставлю очень высоко, потому что жесть. А то, что вот это считается, не знаю, посмотрим. Будет очень выгодно сейчас, если это будет Якай. Но хрен его знает. Так, ладно, вот что я хочу сейчас сделать. Зажечь свечку, чтобы у меня рассудок поменьше тратился. Хотя мне в любом случае... Блять, сейчас он неплохо так киданул. Шмотки какие-то там. Так, я хочу вот что сделать в итоге. Подожди-ка. Знаешь что? Я бы музыкальную шкатулку завязал вообще сейчас. Так, я здесь открою дверь. Так, где мой фонарик? Вот он. Хорошо, ну, пожалуйста, не будь каким-нибудь паскудником. Это мюллинг. Так. А, блядь, он же меня слышит. Боже мой, о боже мой, о боже. Так, это мюллинг, окей? Это мюллинг. Я музыкальную шкатулку для чего завязал? Чтобы сильно не обсадить себе рассудок. Это ни хрена не якай. Это мюллинг, которого плохо тихо, которого тихо слышно во время охоты. Так, ну хорошо, если даже это не мюллинг, это не диаген.
Это не Тае, хотя, может быть, он бы уже и состарился, но нет. Тут скорость была нормальная вполне себе. Это не Морой, не Близнецы, Мимик не было Арбы, Райдю не ускорялся вообще ни Каплер, ни Ревенант, ни Ханту, ни Полтергейст, ну, вроде бы. О, боже. Это Мюлинг. Мюлинг, который ускоряется. Как я сейчас буду с ним жить? Охота? Охота, блядь. Смотри. Как только фонарик начнет мерцать. Смотри, шагов не слышно, да? А вот сейчас, смотри, когда он ближе подойдет. Пиздец. Вот видишь, он слышно, как он швыряет. Во, видишь? Ёб твою мать! О боже, блять, как же жестко! Так, хорошо. А как он, где он, что он, в смысле? Он завязал распятие? Он ни разу не... А, блин, я обосрался. Так, хорошо. Ну, это не Они, в общем-то. Ну, это мы знаем. Мы знаем уже, кто это просто. Это Мюлинг, все. Так, ух. Я открою дверь просто чуть-чуть, чтобы слышать просто, когда начнется охота. Ну, в общем, типа, да. Демон? То есть, даже... Ладно, давай тогда сыграем в такую игру с тобой. Типа, я сейчас, чтобы было помимо просто интересности это видео еще и полезным. Демон, я сейчас проверял распятие. Он не... короче, не были использованы распятия, хотя у него радиус в два раза больше распятий, как он может их использовать. Вот, бля, мне очень страшно бежать на второй этаж, потому что если он придет, он же меня услышит. Ну, типа, ладно, давай я все-таки сгоняю на второй этаж. Я выключу фонарик. Я хочу вот здесь включить комнату. Ой, включить свет. Так вот, так, дверь еще не закрыта. Хорошо, отлично. Значит, если это... ну, он швырялся, в принципе, вполне себе почти как полтергейст. Для тени было слишком много гост-ивентов. Для Они он, во-первых, сделал сейчас гост-ивент, во-вторых, он не так сильно мерцал, хотя я не особо-то обратил внимание. Фантомы остальных мы проверили еще раньше. Горем мы еще не знаем точно, но... Придется молчать. Кстати, интересно проверить. Ты смотришь, блять. В смысле, да? Блять, это самый ужасный призрак. Наверное, не считая Ревенанта, который мне мог попасться. Боже, это просто... Это лютый хардкор. Реально. Типа, я его не слышу. Он меня постоянно слышит. Просто. Еще так совпало, что именно вот это вот постоянно включенный микрофон челлендж я придумал для вот этого видоса. И Мюлинг мне попался. Это ж просто... Я не знаю. Так, включу свет везде опять. Так вот, Йокай, он не Йокай, потому что он умный. Йокай бы не слышал, не чувствовал фонарик. Короче, Йокай бы не чувствовал фонарик. Кстати, интересно вот что проверить. Смотри, типа, я когда тише разговариваю... Блять, мне надо вот прям настолько тихо разговаривать, чтобы... Ебать, пиздец. То есть он постоянно меня слышит конкретно. Бля, пиздец, классно. Короче, не Йокай, не Абака, потому что не менял образ. А, не Йокай, потому что умный. Не Полтергейст, потому что не так сильно швыряется. Ну, мы это могли бы проверить, конечно, на кухне побегать. Но, ёб твою мать, мне еще 30 лет с ним выживать тут надо. Я хочу. Ходит, бродит. Дурак. 23 минуты я уже с тобой выжил. Ты третью охоту или какую уже пережил. Все. Бля, тихо. А, это гост-ивент. Так, тихо. Подожди. Я лучше отойду, потому что он может сейчас оттуда прямо начать охоту. Короче, вот. На полтергейста мы можем проверить на кухне. Хотя он швырялся так, что мне вначале даже показалось, что полтергейст. Но когда объект швыряется, то он издает несколько звуков. То есть я не знаю, что здесь можно швырнуть, типа. Но что здесь можно швырнуть-то? Вот, смотри, типа. Ты когда швыряешь, бамс, об стену. И вот так вот он издает, короче, звуки. В общем, да. Поэтому два удара как бы слышишь. Так, охота снова. Классно, окей. Еще
как бы Графтон, да, карта, на которой я не особо умею играть. Я здесь не часто играю, и я не умею здесь убегать от призрака. Нет. Я смотрю, короче, по мерцанию света, типа. Все, о боже. Так, ладно. Он сейчас, судя по всему, очень неплохо так сменил комнату, поэтому вот поэтому мы могли бы сказать, что это не... Так, что мне надо? А я все сделал, кроме благовония. Так, ну хорошо. Я бы тогда вот что сделал сейчас. Температура? Где? Ага, он, судя по всему, все еще там. Окей, я вот что хочу сделать. Опять охота, серьезно, ёпт. Ладно. Ладно. На самом-то деле, я бы от него побегал немножко. Только где он? Я его не вижу. И это страшно. Вдруг он сейчас справа просто придет. В смысле, блядь? А где он? Я его заблаговонял. Как я вытоп? Ёб твою мать, как я это выжил, как пережил. Просто жесть. Просто. Так, хорошо. Я его сейчас заблаговонял. У меня есть время. У меня есть время пока что все спланировать, обдумать. У меня есть боже мой. Полторы минуты. Так, окей. Я включаю свет, это во-первых. Во-вторых, дропнуть надо фонарик. Вот благовоние я дропать не рискну. Значит, таблетки. Ладно, рискну. Таблетки мне нужно, чтобы у меня были где? Наверное, я не знаю. Блин, а может быть одну сейчас принять? Так, ладно, хорошо. Я вот так вот, я их сложу. Я их пока что... Так, тихо, он там что-то активизировался немножечко. Я их сложу. Так, опа-на. Ага. Значит, свечки мне не нужны. Что мне нужно? Благовоние я хочу занести на второй этаж. Я не рискну здесь прятаться. Я не рискну. С включенным микрофоном нет. Не дождетесь. Так, окей, благовоние я здесь положу. Чё? Еба... Что сейчас было? Я его кинул и, короче, в полете споймал. Так, ладно. Я два кину. Блин, а я не засекал. Ай-яй-яй, пожалуйста, только не будь сейчас охота. Нет, охоты пока нету. Так, позволь мне, пожалуйста. Понятно. Классно. Я хотел благовоние взять и фонарик. Окей. Скоро 30 минут пройдет, и как бы, знаете, что я вам скажу? Сейчас кое-что я сделаю в последний раз, потому что следующий челлендж — это сумасшедший челлендж. Так, о боже мой, я снова обосрался. Так, хорошо, я включу здесь свет. И, честно говоря, мне же нужно еще и как бы использовать проклятые предметы мои все. Ну хорошо, музыкальную шкатулку как минимум я уже использовал. Так, окей, охоты пока нету. Я просто с дверью проще услышать и понять, когда охота начинается, потому что дверь хлопает очень сильно. Ну и свет мерцать начинает. Ну в общем, 30 минут прошло. И следующий челлендж это без фонарика. Да. Каждые 15 минут новый челлендж. И, короче, вот этот челлендж, это челлендж без фонарика. Потому что на Графтоне, я так подумал, я плохо ориентируюсь достаточно. Нет, блядь. Он снизу, походу. И, в общем-то, без фонарика мне будет достаточно сложно. Давайте я вот, с вашего позволения, повышу яркость. Мне кажется, и вам приятнее будет смотреть, да? И мне приятнее играть. Ладно, давай не настолько сильно, давай, ну, типа, на троечку, может. Да? Да. Не, блядь, хуйня, давай на четверку, похуй. О, все, кайфы. О, еще и, кстати говоря, не туманная погода. Я специально поставил как раз-таки ветреную. Ну, потому что мне показалось, во-первых, атмосферная, а во-вторых, не туманную, потому что... так, окей, он здесь что-то заюзал. Я бы взял благовоние сейчас. Еще одно. И занес бы наверх, потому что мне кажется, оно мне пригодится. Хотя, блядь, куда его лучше положить-то? Я не знаю, вот сюда кину. Свечка, блядь, ясно. Понятно. Охота.
Он, походу, переместился куда-то туда, да? Вот это нам, кстати, доказало бы сейчас то, что это не Гарё, поскольку он переместился. Как я это сделал? Зря я это сказал. Чего, блядь? Я что, нахуй, киберспортсмен или что? Как я это сделал? У меня здесь-то, блядь, с 50% скоростью с призраком не с радио не получалось двигаться, мансить. Ну, еле получалось, я еле... Получалось, я чуть не сдох. Как я это сделал сейчас? Ну, конечно, да, это не морой, но типа... Как я это сделал? Я что, реально могу что-то сделать в этой игре? Я что, умею мансить? Так, подожди, я хочу использовать зеркало. Ты где? Не знаю где. Это проклятая охота, это страшно. Это умереть можно. Хотя, в принципе, не такая уж она и проклятая, не такая уж она и длинная была. Ух, так, ладно, я хотел... А что я хотел сделать-то? А, вот что я хотел сделать. Так, короче, я хочу прийти сюда. У меня тут есть, лежат таблеточки, но пока что я их использовать не буду. Потому что сейчас, я хочу взять еще одно благовоние и кое-куда сбегать. Так, я возьму оттуда, потому что, не знаю, хотя с другой стороны... Почему тут свет мерцает? А, потому что, видимо, прямо под этой комнатой его комната. Ладно, охота, я, пожалуй, пережду охоту. Блять, господи, сука, пришлось заюзать благовоние, ну ладно, это мне в плюс, потому что, как я и сказал, мне ведь нужно все предметы использовать за эту игру, поэтому сейчас я хочу использовать доску. А, я просто ее сломаю, потому что что мне, как бы, блять, делать? А, блин, и начнется охота. Нет, подожди, я ее перенесу, а потом уже сломаю. Да, я ее перенесу, и потом уже сломаю. Так, да, он именно в этой комнате, хорошо. Я бы хотел выключить радио твое дурацкое. Он именно что в эту комнату перебрался. Ладненько, хорошо, что ж. Так, вот чего я хочу. Я хочу, на самом деле, машину и дом. Но сейчас конкретно я хочу сломать просто блядскую доску. Пожалуйста, не начинай сейчас охоту, я хочу выключить твое дурацкое сраное радио. И, кстати говоря, вообще было бы неплохо распятие принести себе. Выключил, бежим, так, не начинай охоту, прошу. У меня, тем не менее, еще есть таблетки. Так, ладно. Я возьму распятие, лучше вот... А, это не полностью использовано, кстати. Я перенесу ему распятие, чтобы немножко затормозить его. Охота? Да.
Упой, дебил, ты думаешь, я опять буду прятаться на втором этаже, да? Как дела, блядь? Утырок. Мюлинг, мюлинг, тихий он, блядь. Наебать меня собрался. По-моему, ты кое-что попутал. А знаешь что? Хуй его знает что. Ну что-то ты реально явно попутал. Иди сюда, возвращайся. Ой, нет, я пошутил. Точнее, я имел в виду, закончу охоту. Охоту закончи. Смотри, он до меня не дойдет. Он до меня... Блядь, ладно, не буду выебывать. А, реально бы не дошел. Нихуя у меня, оказывается, чувство таймингов присутствует. Так, теперь вот что. Врубаем свет. Врубаем свет. Кстати, призрак же идет на последнее место, где он тебя видел. Поэтому сейчас вполне себе возможно, что он прямо сюда. Прятки. Давай сыграем в прятки. Прятки. А, ой, я зажимал кнопку разговора, потому что это... Интересно, блядь. Он что, реально настолько тупой, что ли? Так, я выключу МП, потому что мне оно мешает. Ну. Зачем так топтать, ну? Снизу люди тоже живут, как бы, если что. Если ты вдруг не знал. Ты знал? А, ты все-таки знал, ладно. Так, хорошо. Это была проклятая охота, это было изи. В общем, он, да, все-таки он идет даже сюда. Типа, вместо призрак, у них есть такая у призраков штука, что они всегда идут в то место, где в последний раз, во время прошлой охоты, получается, видели, ну, жертву свою. Вот. Так, теперь я хочу завязать куклу Вуду. Ну-ка, погнали. Она сразу использовалась, потому что, да. А там света нету, блядь. Не, мне в принципе нравится, какие они немножко глупенькие в этой игре. На граф-то не оказывается изи как-то массить. Ну типа, блядь. Я имел в виду, легко мансить. О, боже мой. Он как-то... Подожди. А призраки ускоряются, если они... Они же ускоряются только, если они видят тебя именно, да? То есть, они не ускоряются, если просто слышат тебя или чувствуют твою эту электронику. Так, кстати, да, я так и не перенес ему это блядское распятие дурацкое. Так, хорошо. Фу! Ты попутал, блядь? Ну, это не... Это не атака, это гостувен. Всего лишь там, да. Хорошо, походу он реально попутал все-таки. Но, кстати, он сейчас прямо здесь может начать охоту, так что я бы, блядь, осторожнее был немножко. А где там второе распятие? Второе распятие у нас вот здесь, вот. Ага, хорошо. Так, окей, это он пока что не использовал полностью. Это реально жестко. Так, пока он там выебывается. Нет. Я хотел распятие перетащить. Окей, все. Так, блять, свет, быстро. Свет, распятие. Погнали нахуй в его комнату. Так, я одно перетащу, короче, сюда поставлю. Второе, не знаю, где-нибудь здесь. Пускай будет. Одно вот так вот. Так, хорошо. Теперь мне нужно еще свет включить, и я бы хотел сгонять вообще за другим благовонием. И, кстати, сколько они всегда идут в то место, где они в прошлый раз тебя видели, я бы сейчас, может быть, переждал на втором этаже. Мне кажется, это хорошая идея. У меня, кстати, есть одна проблемка небольшая. Я очень хочу, чтобы он сейчас начал охоту. Мне это срочно надо. Я не буду ее переждать, потому что 2 минуты, я только сейчас обратил внимание, 2 минуты до того, как начнется последний третий челлендж. Он использовал распятие вот это 2 раза, да? А, нет, 1 раз. Начни охоту, пожалуйста.
Начал, да? Так, окейушки. Давай, давай, иди сюда. Я его заблаговонял. Хорошо. Таблетки. Так. Закончи охоту свою, пожалуйста. Блять. Закончи охоту. Он же до меня не дойдет, да, если я вот тут вот даже буду стоять? Да, он бы не дошел. Хорошо. И, значится, у меня 50 секунд. Хорошо. Он в этой комнате. Я ведь не ошибаюсь, да? Блять, распятие, тем не менее, ни разу не завязал. Это очень странно. Ну ладно, я тогда просто второе распятие буду рассчитывать на то, что он как бы это... Отсюда не... сроумится, да? Отсюда не выйдет, короче. В общем-то, какой у меня последний челлендж? Привет. Значится, 15. Да, 14, 13. Вот это вот все. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Это челлендж без предметов. Следующие, последние 15 минут я должен буду жить без предметов. Ну, за исключением, конечно, проклятых предметов, последних карт Таро, моих любимых. О боже, о боже. Так, я съел все таблетки, да ведь? То есть я открою дверь, чтобы знать. И так, да, я таблетки эти подобрать не могу. Хорошо. Ну, в общем-то, чтобы мне тоже жизнь медом не казалась, пожалуйста, не этого того, окей? Я не знаю, мне реально, мне очень страшно тянуть, потому что сейчас хэнгмен просто выпадет и все. И 45 минут коту под хвост. Ладно, давай я их потяну все-таки попозже. Сейчас я просто, не знаю, соль ему немножко насыплю там вот этого всего. Конечно, будет неприкольно, если он сейчас, блядь, охоту начнет вдруг резко, не пойми почему. Так, на тебе, бамс, бамс. А, стоп, блядь, без предметов же, точно. Ну ладно, соль нам ничего сейчас не дала, типа она никак не останавливает призрака, никак не влияет на него. Просто я не знаю, чем заняться, типа, хз. Вот как бы. Ладно, давай засечем, за сколько времени можно от одного конца дома пробежать до другого. Опять-таки с обычными настройками. Так, хорошо. Я врубаю здесь свет. Значит, вот из этого угла прямо до второго этажа и угла в той комнате, которая прям параллельно. Итак, в 47 минут я ровно выбегаю. Хорошо. Так, я подумал, охота, блять, я уже охуел. Так, итак, погнали. Значит, в 47 минут ровно я выбежал. Перезарядка. Я спринт держу постоянно, если что. Опа-на. Насколько я быстрый? Усейн Болт ли я или же нет? Так, я спринт держу постоянно, блин, здесь свет не включен, но я примерно более-менее тут разберусь. И в 20 секунд, практически ровно 20 секунд. Ни хрена себе, кстати, быстро. Мне казалось, что дольше. Ну, учитывая, что спринт постоянно перезаряжается. Ох, боже мой. И, честно говоря, так, подожди, я же все прокляты, блин. Круг! Точно, блять, я круг забыл использовать. А у меня теперь уже предметов нету. Ну, как бы, как сказать, типа, естественно, зажигалку я могу взять сейчас, да, чтобы зажечь круг. Потому что, по правилам, я должен все предметы использовать проклятые. И у меня будет снова нулевой рассудок, блять. А как я убегу отсюда, извините меня? Ну, типа, ладно, хорошо. Так, а как здесь это делается, блять? Свет выключен. Я же не выключал. Пизда. Чисто на слух мантить. Он выключил электричество. Охренеть. Он выключил электричество, а у меня предметов нету. И мне 10 минут еще в тему. Ладно, знаешь что? Блять, я не знаю, мне дико страшно тянуть карты. Ну ладно. Ладно, я подожду еще. Еще время какое-то. Охота, блять.
Я больной на голову, нахуй. Ты понял? Ты понял, что я сделал? Я, блядь, во время охоты, потому что если б я не во время охоты побежал туда с нулевым рассудком и включать электричество, он бы заспавнился и ёбнул меня. Я специально подождал, пока он съебется на второй этаж далеко, и уже после этого побежал, включил электричество. Я гений этой игры или какой? Или другой? Просто я реально в ахуе. Жесть. Будет, конечно, смешно, если это еще окажется не Мерлин потом. Не, ну это Мерлин. Типа тут другого никто другой не может быть. Так, охота еще не началась, окей. Так, ебать, ты прикольно. Блядь, сука, я обосрался чуть-чуть, если честно, это. Да. Угу. Нихуя не прикольно. Да не, я здесь не хочу. Я лучше, блядь. С ума сойти, блядь. О боже, я уже подумал, мне пизда, потому что у меня спринт, это, выдохся. Блин, вот в этом споте, ну, вот в этом именно месте опаснее всего вот тут вот конкретно находиться, потому что он изи может вот сюда и сюда, а у тебя тут чисто линия прямая, в которой, видимости, в которой он тебя видит. Хорошо, фух, осталось 8 минут, осталось практически 7 минут. Просто жесть. Просто, в общем, карты Таро я использую на последней минуте. Это будет просто рулетка. Хэнгмен или не хэнгмен, и все. Типа, я не знаю, ну просто реально потом. 1% шанс. Но вот я жопа чувствую, отвечаю. Что сейчас? Хода? Нет. Что сейчас? Вот, блядь, тот самый 1% нахуй сыграет свою роль. Хода? Да. Дурачок, блядь, пошел. Кушать готовить? Пошел. А нет. Окей. Привет. Бля, так прикольно. С включенным микрофоном реально прикольно, потому что не надо ничего не жать. Типа, чтобы его позвать, ты прям полностью погружаешься в игру, как будто вот прям реально. О боже. Не, ну, честно, я на самом деле реально, я сейчас эмоционально просто конкретно истощен. Ну, точнее, не эмоционально, а как сказать. Это просто, ну, это напряжно. Потому что я реально стараюсь, у меня ни благовоний, нет ничего, я понимаю просто, что одна ошибка, и все. Вот, так что да. Хорошо, осталось практически 5 минут. Фух. Журнальчик, может почитать. О, я же могу поиграть на пианино. О, я придумал челлендж. Охота? Так. Иди сюда, иди сюда. Сыграем на пианино. На фортепиано. Фортепиано. Иди сюда, давай. Слушай, как тебе мелодия? Как тебе, а? Зачет, да? Херня, не нравится? О, бля, ты зачем дверь закрыл? Как тебе? Не, ну по-моему нормалды же. Ебать! Сука! Да выебывался! Хуя он даблбэк сделал! Я играть не могу теперь. Я не смог. Я да выёбывался. Но это был Мюллинг, и мы выполнили все вот эти вот задания. Охуеть. 4.5 километра я прошел. Блять, какой же я дебил. Охренеть просто. Он, видимо, все-таки слышит, даже когда я молчу. Сука, зачем я это ебаное фортепиано, блядь, заиграл?
Короче, ладно. Спасибо всем за просмотр. Если хотите реванш... О, боже, как ярко. Если хотите, чтобы я записал реванш, то я подумаю, потому что это было реально... Это было сложно для меня. Ну, типа, в эмоциональном плане, блядь, вот это все, то есть постоянно... О. Ну, в общем, да. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.